Ровно год назад в столице Мордовии канониры Дмитрия Оленчева одержали победу над саранчанами и досрочно вышли в элиту российского футбола. И вот новое противостояние Арсенала и Мордовии, в котором арсенальцам нужна только победа. Начало осталось за гостями. Арсенальцы быстро разыгрывали мяч, создавая неплохие подходы к воротам. Но удар Корыська пришелся мимо цели. Попытку Хагуша хозяева заблокировали, Смирнову не удалось толком пробить по мячу. Мордовия ответила опаснейшим выстрелом Нахушева со штрафного, но Муха парировал удар. Шли минуты. Соперники не уступали друг другу в борьбе. Казалось, до перерыва вряд ли что может измениться на табло. И вдруг подача Белисио со штрафного привела к голу. Власов сбросил мяч во вратарскую, Осипов и Хагуш помешали друг другу, а Лет Олег протолкнул мяч в сетку. 1-0. Со стороны канониров было давление. Были незасчитанные взятия ворот саранчан. Был удар в касание мимо створа Смирнова. Но как бы ни старался Арсенал, уйти от поражения не смог.